С вами я, Дольче Даша. В этом видео мы поговорим о том, как же избавиться от парфюмерной зависимости и вообще стоит ли от нее избавляться. В предыдущем видео, ссылку на которое я оставлю в описании, я рассказывала о механизмах формирования парфюмерной зависимости и соотносила это явление с таким феноменом, как алкоголизм. Все люди зависимы в большей или меньшей степени. Мы зависимы от биологических каких-то своих потребностей, начиная от того, чтобы дышать воздухом и заканчивая тем, чтобы каждый день питаться, покупать себе одежду, где-то жить и, скажем так, думать о завтрашнем дне. И очень много зависимостей в нашей жизни, которые мы не осознаем. Мы эмоционально зависимы, зависимы от безопасности. Алкоголизм, как известно, это патологическое влечение, которое не оставляет человеку выбора. И возобладав над ним, не дает ему возможности выпутаться, освободиться от него. И на поздних стадиях алкоголизм уже не лечится, а только компенсируется. Но с парфюмерной зависимостью дело обстоит гораздо веселее. Если вы любите духи, но не просто любите их вдыхать, ими наслаждаться, а любите их приобретать, и эта потребность, она не насыщается с каждым новым флаконом, то, скорее всего, вы действительно парфюмерно зависимы. Почему так происходит? Как я уже говорила в предыдущем видео, это влечение компенсирует какие-то недостатки в вашей жизни. Возможно, недостатки позитивных эмоций, недостатки нового опыта. Но более глубинные причины кроются в том, что у вас, возможно, есть какая-то в жизни неразрешимая проблема, разрешение которой вы замещаете приобретательством все новых и новых флаконов. Ведь это же так здорово. Это очень похоже на пищевую зависимость, когда еда успокаивает, дарит чувство комфорта, ощущение защищенности, безопасности и того, что все хорошо. Стоит ли говорить о том, что это ощущение временно и иллюзорно, поскольку оно решает ваши проблемы только на поверхностном уровне, а в глубине своей сути вы остаетесь тревожным человеком и человеком, который испытывает какое-то чувство нестабильности в жизни. Итак, мы говорим о парфюмерной зависимости как о стремлении приобретать все новые и новые ароматы, но без наслаждения и без удовлетворения, без ощущения чувства наполненности от уже имеющихся парфюмов. Если вы поняли, что такое происходит именно с вами, то, скорее всего, у вас есть некие глубинные проблемы и неразрешенные ситуации, которые побуждают вас к тому, чтобы снижать чувство тревоги. Какой же из этого всего выход? Прежде всего, постарайтесь остановиться и признать, что проблема есть. Но проблема на самом деле не в том, что вы парфюмерно зависимы, а в том, что вы через парфюмерную зависимость избегаете решения какого-то важного жизненного вопроса, который для вас является неприятным, непреодолимым, или просто вы не хотите сталкиваться со всем, что с этим связано, и испытывать негативные эмоции. И покупая все новую и новую парфюмерию, вы постоянно как будто бы пребываете в состоянии невротического ритуала, призванного, чтобы снизить чувство вашего волнения, тревоги от неопределенности ситуации и сделать ваш мир чуть более предсказуемым, чем он есть, когда вы сталкиваетесь с этой проблемой и не знаете, как ее разрешить. В этом смысле у вас есть два пути, как быть со своей парфюмерной зависимостью. Поскольку она только симптом, лежащий на поверхности и сигнализирующий вам о других проблемах, то вы можете здесь выбрать либо работать над своими волевыми качествами и всячески стараться избавиться от нее. Но тогда никто не дает гарантии, что у вас не появится еще какой-нибудь зависимости, например, пищевой или эмоциональной, или зависимости от каких-то экстремальных ощущений. В любом случае, ваша психика будет искать пути для того, чтобы вас адаптировать к имеющейся ситуации тревоги и невозможности разрешить какую-то проблему. И есть другой путь – признать, что ваша зависимость адаптивна, и признать, что она вам помогает в жизни, что вы на нее опираетесь, и что в данный момент времени, наверное, это наилучшее решение, которое можно предпринять и позволить себе. Но если же ваша зависимость приносит вам проблемы и становится центром Вселенной для вас и смыслом вашего существования, тогда действительно есть смысл подумать над тем, что же она за собой скрывает,
какую проблему, какой неразрешенный внутриличностный конфликт или межличностный конфликт, какой хвост из прошлого, который вы все еще не разрешили, с которым вы все еще не справились. И вы приятно удивитесь, если все-таки осознав, что есть такая проблема, у вас чувство тревоги уменьшится, наверное, вдвое, если даже не больше. Поскольку признание проблемы, признание того, что она есть, это уже первый шаг к ее преодолению, к успешному преодолению, должна заметить. Если у вас есть как минимум финансовая возможность постоянно покупать себе новые духи, то и бог с ней, пусть она будет. Пусть у вас будет эта зависимость, на которую вы сможете в жизни опираться, и которая на самом деле является ничем иным, чем творческим вашим приспособлением к сложившейся жизненной ситуации. Что такое вообще творческое приспособление? Это способность нашей психики, способность нашей воли поведенчески как-то приспособиться к сложившейся ситуации, придумать какое-то решение, но уникальное и необходимое для этой конкретной ситуации, для вашего конкретного жизненного опыта. И когда появляется тревога? Когда творческое приспособление перестает быть творческим. То есть вы все время стараетесь одним и тем же способом преодолеть сложившуюся проблему. В этом смысле, если вы все-таки хотите преодолеть свою парфюмерную зависимость, стоит вспомнить, остановиться и вспомнить, что же еще вам в жизни приносило положительные эмоции, что утоляло вашу тревогу, что избавляло вас от чувства неопределенности, такого неприятного и угнетающего. Например, это было какое-то увлечение или ваше хобби, то, чем вы жили, то, что у вас хорошо получалось, то, что приносило ощущение вашего внутреннего удовлетворения собой, своими способностями, своими возможностями. Поскольку все-таки, когда вы увлекаетесь парфюмерией, то вряд ли это вас развивает в том плане, что вы постоянно покупаете и покупаете новые духи. Постарайтесь узнать об этом больше, узнать о том, что стоит за каждым новым парфюмом, какая у него история, какой смысл, как он создавался, в какую эпоху. И если это современные духи, то, скажем так, подумайте, о чем они для вас, что они, какой эмоциональный посыл несут, какое смысловое сообщение они вам транслируют. Что интересно вообще, парфюмерная зависимость, она лишь тогда зависимость, когда вы испытываете действительно дискомфорт и хотите от этого избавиться. Но я повторюсь о том, что если для вас на данном этапе жизни это нечто, снимающее вашу тревогу и решающее вашу проблему, пускай не внутреннее, но дарящее ощущение того, что у вас все хорошо, оставьте все как есть. Особенно если вам позволяют финансы и никаких других конфликтов с окружающими, с семьей и собственным бюджетом у вас не возникает. И все-таки вернемся к причинам и к истокам формирования парфюмерной зависимости. Почему она вообще возникает у одних людей, а у других не возникает? Хотя и один человек, и другой увлечены парфюмерией, покупают ее, интересуются ею, активно пользуются и могут назвать себя парфюмерными энтузиастами. Так вот, моя гипотеза состоит в том, что к парфюмерной зависимости склонны не только люди, у которых есть глубинные неразрешенные проблемы, но и люди, которым достался от рождения определенный тип нервной системы, приведший к тому, что человек сам по своей сути эмоционально нестабильный. И вот эта вот эмоциональная нестабильность, она характеризуется тем, что человек постоянно ищет новых увлечений, он нестабилен в своих интересах и пристрастиях. Ему необходимо все время новые и новые раздражители и все более сильные для того, чтобы испытывать какие-то эмоции, волнующие переживания. Вот он к этому склонен, к этому преднастроена его психика. Это не диагноз, это особенность. И что с ней делать? Не лечить. Нужно понять это, признать в себе и научиться с этим жить. Либо все-таки воспитывать в себе эмоционально-волевые процессы и тренировать свою психику. Это точно так же возможно и очень даже положительно влияет на вашу жизнь, как если вы тренируете мышцы в спортзале. И как же все-таки преодолеть вот такие вот неприятные моменты, которые могут вас не обрадовать, если вы все-таки поймете, что вы эмоционально нестабильны? Ну, вы знаете, в этом смысле очень хорошо провести параллель с ограничениями в питании. Если вы чувствуете, что набираете вес, что вы делаете?
Ограничивайте потребление того, что вы потребляли в гораздо больших объемах. И вот эти вот самоограничения, они должны быть для вас все-таки более здоровыми. То есть не сразу все на корню рубить, я имею в виду не прекращать полностью покупку парфюмерии, поскольку все-таки это же вас адаптирует к чему-то. Если вы полностью откажетесь от этого, то действительно возможна декомпенсация, то есть какой-то срыв в других сферах жизни. Возможно, вы начнете там тратить деньги на одежду или срываться в агрессивных каких-то порывах на своих близких, потому что уходит то, что снижало вашу тревогу, и это будет провоцировать вашу агрессию. Но воспитывать себя просто необходимо. Допустим, ставить себе какой-то план, что вот в этом месяце я покупаю там 2 флакона или 1 флакон. Продавать можно всегда. Но пусть это не будет для вас ухищрением для того, чтобы покупать все новые и новые флаконы. Поскольку я вращаюсь среди парфюмерных любителей, уже изучила этот механизм, когда человек продает часть своей коллекции, ну, не для того, чтобы как-то упразднить и определиться более четко со своими вкусами, а для того, чтобы купить еще и еще новые духи. И тогда это будет просто самообман. Главное – не обманывать себя. Будьте искренними. Но если вы парфюмерно зависимы, и это вам в жизни помогает, это дает вам поддержку, дает вам ощущение комфорта и успокаивает, но вы не хотите разбираться с глубинной какой-то проблемой, скажите себе, что да, на данный момент жизни это вот так. Возможно, дальше я что-то с этим сделаю, но я не готов с этим работать. Если же вы готовы и хотите, и вы понимаете, что, наверное, это тревожный симптом, который вас подталкивает к тому, чтобы решить основные проблемы в вашей жизни, то действительно стоит с этим разбираться. Нескольких встреч с толковым специалистом, психотерапевтом, не медицинским, конечно же, хватит для того, чтобы разобраться в том, какая все-таки проблема побуждает вас тянуться к покупке все новых и новых парфюмов, и какая проблема делает вашу увлеченность парфюмерией зависимостью, компульсивной, то есть неконтролируемой, тем, с чем вам очень сложно справиться и даже невозможно. И я думаю, что очень хорошо вспомнить все-таки, я вас возвращаю к вашим хобби, к вашим интересам, к тому, что обогащает вашу жизнь, дает вам новый опыт, что делает вас более наполненным человеком и помогает вам развиваться. Поскольку, согласитесь, в приобретательстве все новых и новых духов развития не то что мало, его нет. Скорее, это регрессия. А если вы будете стараться больше работать над своими личностными качествами, над своим познанием, над расширением связи с миром. А что такое расширение связи с миром? Путешествие. Не можете путешествовать? Читайте книги, смотрите фильмы. Интересуйтесь собой, окружающими и миром в целом. Тогда все будет просто замечательно. Удачи вам в ваших парфюмерных увлечениях. И пусть все ваши зависимости, если не исчезнут, то хотя бы будут помогать вам в жизни, поддерживая вас на вашем жизненном пути.